Ни секунды покоя, ни минуты покоя. Даже в отпуске я все равно сделала себе пару покупочек. Вот первая пришла из Зары. Мой свекор сам побежал на новую почту, забрал ее. Кстати, в Заре есть такая возможность. Если вы хотите... Ну, мы просто были на море, я понимала, что я не успеваю ее забрать. Может забрать кто угодно, там пересылают новая почта вам какой-то код четырехзначный, вы его ну, пересылаете тому, кому вы делегировали эту задачу, и спокойно эту посылку отдают этому человеку. И что же тут? Тут шорты. Я хотела шорты. Я понимаю, что шорты это не вещь первой необходимости, но я была на море, все ходили в шортах, и мне так и захотелось шорты, джинсовые, обычные, классические шорты. Но я вам хочу сказать, что, оказывается, купить просто синие классические джинсовые шорты не на высокой посадке в Украине. Это очень, я хочу сказать, такой серьезный квест. Потому что все, что мне нравилось, оно было на высокой посадке. Мне девочки 45. Да, я уже не с осиной талией, так сказать, мягко говоря. Поэтому я искала шорты исключительно на средней посадке. Наконец-то я их нашла. Они не в скидке, они по полной цене. И я считаю, что дороговато. Я помню, что я думала покупать, не покупать, потому что они стоят 1000 гривен. Я считаю, что для шорта дорого. Но я не нашла ничего другого, и я все равно через какое-то время вернулась к этой модели и заказала ее. Давайте посмотрим. Я вот так вытянула, посмотрела. Оно не оно. Чек, как всегда. Отдельно у Зары. Это майка, которую я просто купила к шортам. Ну, мне нравится всегда заказывать какой-то полный лук такой в контексте уже каком-то вот пляжная у меня такая была темочка, настроенница. И я заказала еще майку, но майка это такое не главный элемент этой покупки. Вот эти шорты. Давайте их полностью вам покажу. Шорты с средней посадкой. Они короткие. Они на пуговицах. Вы знаете, для меня не принципиально, на пуговицах ли или на молнии джинсы или шорты, но почему-то, не знаю, наверное, это из юности. Тогда очень редко можно было купить джинсы на пуговицах. И это казалось, типа, очень круто, поэтому до сих пор меня радует, когда я покупаю какие-то джинсы вещи, джинсы или шорты, и они на пуговицах. Такие легкие потертость. Я именно искала такие шорты, чтобы они были классические, синие, не голубые, синие, но без дырок. То есть вот как будто взяли какие-то новые джинсы, обрезали и сделали себе шорты. Вот мне хотелось такие шорты. Так, вот такие не со спины. Со спины, кстати, они смотрятся бесподобно на модели на сайте Zara. Я покупала в интернет-магазине в Украине. Легкие потертости, очень качественно сделано все. А классические рыжие нитки. И в этих шортах еще такое есть, ну, опция такая есть, что они тут опускаются, не пришиты эти штучки, и вы можете их носить чуть длиннее, и этих кармашков не будет видно. Возможно, я так и буду их носить. Ну, если вы хотите все-таки выглядеть стильно, модно, молодежно, и у вас ноги дают вам, ваши ноги дают вам такую возможность, загорелые, вы можете носить их так. Ну что, ничего нового в этом я не вижу. Все новое, хорошо забытое старое. Вот такие карманы были в моде, не знаю, лет 6 назад. Вот, пожалуйста, вам такие же карманы, тогда носили подлиннее и кругом. Сейчас они такие прямоугольные, но тоже стильно очень выглядят. Интересно, как они будут на мне. Я потом покажу. Привет, я добавлю фото. Вот такие джинсы. Вот их цена. 38 размер, 1000 гривен. И маечку еще купила. Маечку купила, потому что я считаю, что за вещь, которая на 90% она состоит из катона, натуральная маечка, она такая плотненькая, хочу сказать.
очень плотный трикотаж. А ну-ка. Ну да, 93% бавона, то есть это хлопок, и всего лишь 400 гривен. Я считаю, что это очень хорошее уравнение, то есть хорошая цена за такое качество и за такой состав. В размере М, поэтому я думаю, что как раз мне будет хорошо. Ну, я не люблю, когда она мне вещи в облипку. Поэтому беру все-таки чуть-чуть больше на размер. Но тут я L побоялась себе взять. Взяла все-таки традиционный M. Посмотрим, как она будет на мне смотреться. Но это второстепенная покупка. Главное, это вот эти шортики. Ну, я уже рада. Мне они очень нравятся. Очень их хотела, ждала. Ну, вот сейчас померю. Как раз мы едем с моря. И я загорела. И, наконец-то, я могу себе вот позволить одеть такую штучку, о которой я мечтала. Вот как они сидят. Очень интеллигентно выглядят. Чуть-чуть так вот они подспущены. То есть не на высокой талии, которая впивается в живот. Подспущены. Я считаю, что вещь, которая чуть-чуть велика, она всегда более подходит образу, которая не в облипку на вас сидит. Видите, они такие широкие. Это и комфортно в носке, и выглядит намного благороднее, достойнее. Особенно учитывая то, что мне 45 на минуточку. 45 лет, но я загорела, и мои ноги дают мне такую возможность немножечко летом все-таки походить в таких чудесных шортах. Я очень довольна. Такие они сзади. Очень удобно. Буду носить с удовольствием.